Доброго времени суток, друзья! Вы попали на канал HardReset Info, и в сегодняшнем ролике я вам расскажу, как сделать закрытый профиль Threads снова общедоступным. Итак, открываем приложение Threads, переходим в наш профиль и нажимаем на вкладку «Редактировать профиль». Видим здесь галочку «Закрытый профиль», нажимаем на нее, нажимаем «Готово». «Сделать аккаунт общедоступным», да, нажимаем «Ок». Все, после этого каждый желающий сможет спокойно взаимодействовать с вашим профилем и подписываться. Если это видео было для вас полезным, пожалуйста, оставьте ваш отзыв в комментариях, подпишитесь и поставьте лайк. И всем удачи!